Итак, ребята, по сусекам я поскреб, еще наскреб на 5 коробок. Давайте откроем их. Может, сейчас что-нибудь выпадет поинтереснее. Такое себе. Напомню, там донаты можно кидать. Я, кстати, оттуда и взял часть денег. Ну, 1000 голды с 2 коробок. Видео будет коротенькое, короче, это всего лишь 5 коробок, и ничего хорошего не выпадает. А вот выпало что-то. Какой-то премиум танк 8 уровня. Ребята! Yes! Yes! Что это? Су-130 ПМ? Да, пацаны, Су-130 ПМ в третьей коробке. Ах, красота! Еще 250 голды вдобавок. Вот эта тема, а? Может, еще что-нибудь? 3 дня према, тоже хорошо. Ну и давай, в последней коробке, двухстволку. Или Е-75 ТС. Нет. Ну, уже неплохо, Су-130 ПМ. Это, ребята, да, где эта красавица? Где она? Вот она. Вот он, танчик моей мечты. Наконец-то хоть один советский тяж. Ой, тяж, блин, я вообще на радостях забываю слова, путаю, короче, ребят. Советский прием, наконец-то. Ох ты. Еще голды, 2 косаря. То есть с 5 коробок, это 5 коробок, это у нас 5 долларов. Чуть больше, 6 долларов получается. Выпало 2 косаря голды. Према 3 дня. И Су-130 ПМ. Ну это просто блеск. Шик, давайте доукрасим елку. Блин, это даже часть лучше, чем та. Су-130 ПМ, на халяву. Ну, блин, не на халяву, а... Это... Херня. Блин, у меня какие-то навершие, вон целая куча. Может их расколотить? Так, ну тут 5-ки опять же. 5-ки на 5-ки менять. Ну тут может что-то. Вот. Повысим немножко атмосферку. Ребята, вот она. Танка моей мечты. Блин, ну что с атмосферой? Не хватило одного. А которые повторки можно разбивать, да? Правильно? Давайте затестим этот. Блин, ну я доволен просто как слон. Значит, вот эти вот все, которые повторяются, можно разбить. Вот так вот. Все, прям тут? Ну эти я бью, получается. Ну что, пускай будет этот. Ну давайте мелочь хотя бы разобьем. Так, где вот вообще общая сумма моих осколков, я не понимаю. Ладно, потом посмотрим. А, вот, 60, да? Давайте котлы эти разобьем тоже. И это разобьем тоже. Оно же все уже засчиталось, да? Ладно, блин, пока не буду рисковать, надо разобраться поточнее. Значит, мне нужно для 1 очко, так? Это нужно заменить что-нибудь низкоуровневое. Вот 1 уровня у меня есть... Это что? Так, наружная гирлянда. Уровень эти. Наружная гирлянда. Хорошо. Значит, мы ее... Давайте в коллайдер. Значит, это где дворик? Правильно? Коллекция случайная. Заряды 10. Выключить. Не, мне пофиг, пускай повторяется. И что, ну, бахнем? Я что-то, наверное, сейчас не то бахну. Ну да, это. Ну, пускай создастся, да? Я надеюсь, не первого. Угу. Не первого. Надейся. Ладно, сейчас еще что-нибудь расколотим туда. Ну, оно попало 1 уровня. Точно такая же. Ладно, старую тогда расколотим, да? Что еще тут можно расколотить? Надо все посмотреть. Жалко же бить 5 уровня, да? Я не знаю, нужны они или нет. Можем же и так. Может, насобираем. Ну, скоро, блин, тут пару боев скатать, и уже пойдут совсем другие цифры. Сейчас я поколочу. Блин, не хочу просто бить эти нормальные украшения, а 9 уровень хочу.
Вот, тут же хватает всякого там говна. Так, хорошо. Должно хватить. Сейчас заколлайберим. Опять же, дворик. Ну давай только не первого уровня, а? Хотя бы второго. Да, ну нахер, блин, это какой-то дебилизм, по-моему. Это бред. Ну ладно, сейчас включим этот антиповторин. Блин, не туда щелкнул. Это идиотизм, по-моему, нет? Это полнейший идиотизм. Ладно, разобью еще одну навершие. Можно сделать, получается, два этих коллайдера. Давайте включим антиповторин, блин. Что это даст? А что за большое украшение? 500 рублей. Ну, 500 этих. 720. Вот, четвертый уровень, 240. Сразу же можно сделать четвертый уровень. Или случайно, опять же. Ладно, одну случайную. Потом сразу делаем четвертый. Рубай нахер. Абсурд, вообще полнейший бред, блин. Вообще, выпало, блин, этого первого уровня. Короче, коллайдер работает наихудшим шим, блин, вообще, как сказать. Херово работает коллайдер. Очень херово. Противно, блин, смотреть. Я думаю, что, ребята, в донатах есть, я говорю, там донаты можно кидать. Я буду сейчас стримить вообще. Насобираем еще, купим коробок потом. Вот это уже посерьезнее. Можно заряжать туда. Тут еще он руководство. Ой, насыпали сколько всего. Девятая атмосфера. Ну, остался один шаг. Поменять это все на 10. Ну, на пятерке. Ну, тут, в принципе-то, не очень много. Тут одна игрушка. Тут еще 2, 3, 4 игрушки. Ну, блин, уже будем делать этим коллайдером сразу 5 уровень. И по выбору, чтобы нормально было. Чтобы 10 уровень дойти. Ну, будем обкатывать эту чудо-штуку. Я благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кидайте в донаты хоть 10 копеек, хоть 10 рублей российских. Это очень, ну, как бы небольшие деньги для вас. А вместе мы можем насобирать еще на 20 коробок. И посмотрим, откроем. Это же интересно. Это не байт на донаты, ну просто это реально интересно. А денег у меня столько много нету. В общем, всем спасибо. Пока.